произнес. Мне не все запомнилось, записывать я постеснялась. Мужчины наши записывали. Вот, прошу прощения, единство представителя этой категории. Ну что, мы, конечно, я пыталась, но у меня дрогнула рука, ничего не смогла записать. Но что я запомнила? Как-то речь зашла на шуршение. И Леонид Максимович произнес. Ой, это хороший писатель. Он ко мне, кажется, подошел, где-то он назвал какое-то такое официальное место. Он ко мне подошел, очень почтителен был. Тут во мне внутри что-то забунтовалось. Я, конечно, промолчала, я себя взяла в руки и промолчала. Но мне как-то эта интонация не понравилась. Когда Леонид Максимович Леонов, адрес вашего Шукшина, произнес, очень почтителен был. А ты думаешь, Шукшин, ну, понятно, можно понять за то, что Шукшина, который понимал, с кем он беседует, и старался быть почтительным. А так как он великий актер, я осмелюсь это сказать, то он сыграл. Блестяще сыграл эту почтительность. Леонов поверил. Но перейдем к следующему. Второму, и я сама для себя надеюсь, что последним, потом могут быть вопросы. Перейдем к следующему разделу. Миропонимание включает в себя все. Приведем пример. Миропонимание не будет полным без воображения. Мы с вами никогда не видели лунных аппаратов. Как-то забыли нам показать. Вот. Такие всякие американцы забыли нам показать, и все. И мы не увидели с вами. Вот, когда нам говорят по телевидению, что вот так, вот то, то, мы себе представляем, то есть работает наше воображение. И в данном случае наше воображение и является частью миропонимания. И случайно я уже говорила, что миропонимание – это вообще все. Кроме воображения, действует логика. Мы стараемся связать отдельные разбросанные факты с какими-то другими фактами, выстроить какую-то стройную систему. Почему моя дочь или мой сын ведут себя вот именно так, как мне не хочется, но не спрашивают меня, а ведут себя именно так. То есть происходит логическая какая-то, мы стремимся в нашем сознании создать логическую цель. Я и ошиблась, когда сыновья машут рукой при моих попытках что-то там сказать. Они начинают слушать, потом надоедают и машут рукой.